Ночью в дежурную часть УВД по городу Сочи с разницей в 5 минут поступило несколько сообщений о грабежах, совершенных в центре города. Во всех случаях двое неизвестных со спины нападали на потерпевших и, угрожая, забирали мобильные телефоны и женские сумочки. Так жертвой преступников стала жительница города, которая возвращалась домой ночью. Через несколько кварталов злоумышленники напали на пожилых супругов. Случайный прохожий, ставший очевидцем, решил вмешаться, однако сам стал жертвой грабежа. По горячим следам были задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в совершении серии грабежей. Установлено, что молодые люди действовали достаточно дерзко. Они выбирали своих жертв в темное время суток в безлюдных местах. Один нападал на прохожего, другой в это время забирал ценные вещи. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Сочи 20 и 22 лет. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. За серию грабежей молодым людям было предъявлено обвинение, предусматривающее до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.